Строительство дороги Неклюдово-Золотово идет полным ходом. Чтобы не сорвать сроки проекта, параллельно на участке перекладывают железнодорожные коммуникации, коммунальные и энергетические сети. В 2020 году срок по контракту объект будет завершен? Будет завершен, да. На одном из 5 путепроводов уже полностью выполнена установка свай. Еще на 2 эти работы подходят к концу. А благодаря переносу газопровода будет продолжена работа на 1-м и 3-м участках. По сути, у нас сейчас 2 нацпроекта – безопасные и качественные автомобильные дороги и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В прошлом году мы активно работали над тем, чтобы объект Неклюдово-Золотово попал в комплексный план, в список крупных объектов с государственным участием, потому что только силами региона решить эту проблему было очень сложно. Автодорога Неклюдово-Золотово на сегодняшний день самая масштабная стройка в Нижегородской области. Ежедневно на объекте трудится 140 человек и 30 единиц техники. Общая протяженность строительства почти 8,5 километров. При этом 938 метров длина путепровода. Задача новой трассы – улучшить безопасность и увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород-Киров. Открытие дороги планируется в октябре следующего года. Анна Колпаева, Михаил Городников. Время новостей.